Врачей и медперсонал региона ждет переход на новую систему оплаты труда. Этот вопрос обсуждали на встрече губернатора Александра Цибульского с профсоюзом работников здравоохранения. Сейчас, если врачи одной и той же специальности трудятся в схожих условиях, их зарплата может существенно отличаться в разных медучреждениях. Новая же система станет более справедливой. Она предполагает единый оклад и 18 разрядов. Также на встрече говорили о модернизации первичного звена здравоохранения и взаимодействии, связанного с этим, медиков и власти. Я считаю, что взаимоотношения с профсоюзами должны быть построены на системной основе. Более того, я еще раз говорю, что вы представляете и коллективы, и людей, и ветеранов отрасли, и сегодня работающих, и врачей, и медсестер, и младшего медицинского персонала. И в этом смысле, когда мы принимаем решение, вот лучше это решение обсудить на начальной стадии. Организовать регулярные встречи с профсоюзом поручено исполняющим обязанности министра здравоохранения региона Александру Герштанскому.